Москве задержан политик Леонид Гозман. Его обвиняют в публичном отождествлении СССР с нацистской Германией. Основанием для привлечения Гозмана к ответственности могли стать несколько записей в соцсетях. Днем ранее правоохранительные органы задержали журналиста и сооснователя проекта «Диссернет» Андрея Заякина по обвинению в финансировании экстремистской деятельности за перевод 1000 рублей фонду Алексея Навального.